Кражи велосипедов в Сарове продолжаются. За неделю правоохранительные органы зарегистрировали два таких случая. 3 июля железного коня похитили из подъезда 8-го дома на проспекте Ленина. А 6 июля двухколесный транспорт угнали из дома номер 2 по улице Карла Маркса. Ущерб пострадавших составил 10,4 тысячи рублей. Также повторяются в городе и случаи мошенничества. 8 июля к нам обратилась саровчанка. Сообщила о том, что 1 июля неустановленное лицо позвонило ей на мобильный телефон и сообщил потерпевший о том, что банком была остановлена мошенническая операция по списанию денежных средств с ее банковского счета, в связи с чем денежные средства необходимо перевести на безопасный счет. Потерпевшая четко выполнила все указания мошенников и перевела через терминалы на номера мобильных телефонов 465 тысяч рублей. За минувшую неделю неспокойно было и на дорогах города. 6 июля на объездной дороге между ТЭЦ и Ключевой водитель ВАЗ-2113 не уступил дорогу «Ладе Вестия», что двигалась справа. В результате автомобили столкнулись. Виновник ДТП сильно пострадал. Водитель, который получил телесные повреждения в виде перелома поперечного отростка позвонков справа и ушиб почки легкой степени. Кроме того, один из пассажиров 2005 года рождения, несовершеннолетний, получил телесные повреждения в виде сочетанной травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны лобной области и перелом левого бедра. Девушку госпитализировали в травматологическое отделение КБ-50. Второе ДТП произошло 8 июля. Водитель автомобиля «Сузуки» при повороте во двор первого дома по улице Харитона не уступил дорогу мотоциклу без государственных регистрационных знаков. В результате столкновения мотоциклиста отбросило на встречную полосу. Он упал на машину Volkswagen. 3 ДТП произошли в субботу. На дворовой территории, на проспекте Ленина, напротив дома номер 59, водитель 92 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Polo, совершил наезд на пешехода 86 года рождения, который двигался по дворовой территории в качестве пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде перелома основной фаланги 4-го пальца левой ноги. Поздним вечером на перекрестке улиц Павлика Морозова и Садовая водитель Hyundai Accent неоднократно игнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке, не справился с управлением и врезался в подпорную стенку проезжей части на улице Садовая. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Анна Пелепец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.